Так близко мы еще сюда не подходили. До этого знака, как выяснилось, вообще сложно добраться. А добраться до... Это Брэд Питт приехал. С елкой за плечом. Добраться до... До съемок в Голливуде еще сложнее. Мы здесь находимся уже примерно 2 месяца. Деньги подходят к концу. Ни у меня, ни у Катышкина их практически не осталось. Мы ищем любую возможность подработать. Я вожу жену хозяина, у кого мы снимаем комнату, по утрам в тюрьму. Она ездит отмечаться. Вот моя последняя работа. Вроде как завтра прилетает агент, и у нас появилась надежда на встречу с ней. Она занимается здесь русскими. Вообще у нас цель была приехать и попасть в голливудский фильм. Я пока не знаю, как достигнуть этой цели. Здесь по-любому нужна виза для того, чтобы ты легально мог сниматься, для того, чтобы тебя устроили на работу и, естественно, желательно подтянуть язык. Мы вроде так неплохо понимаем пока, но вот общаться толком не научились. Но это, опять же, практика. А вообще здесь хорошо, и отсюда не хочется уезжать. There is nothing more difficult and subjective than assembling 5 extraordinarily gifted actors and choosing one of them to receive an Oscar. But we must remember the stated purpose of the founders of the Academy back in 1927. This award was to serve as a constant incentive. So holding that thought, we will remind ourselves of the stunning work done this year by these 5 artists. Еще раз сюда сунешься, я тебе нос сломаю. Усек? Усек? Да. Дамы, я прошу вас, проведем эту ночь спокойно. Давайте готовиться ко сну. Завтра утром мы прибудем в Обермайдан, разъедемся и больше никогда друг друга не увидим. Это всего лишь одна ночь. Вы знаете, вы очень милый молодой человек. Как раз таким и поможет. Мы-то ведь грешники. Первее праведников войдут в Царствие Божие. Потому что раскаявшийся грешник первее и ближе к Богу, чем праведник, ведущий якобы благочестивую жизнь. Погрязший в гордыне и самолюбии. Но как такому чистому верить в Бога? And the Oscar goes to... Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Нью-Йорке, в аэропорту Джона Кеннеди, терминал 1. Местное время 11 часов 52 минуты. Разница во времени между Москвой и Нью-Йорком минус 8 часов. А погода в Нью-Йорке хорошая, температура воздуха 0 градусов по Цельсию. We are lobby at terminal 5.
Please take your belongings. Бля, прикольная Америка. Она какая-то другая, может. Вообще, какое-то все, как будто, да? Какое вообще все, блядь, другое. Какое-то вообще другое, как будто из кино, как будто я в Матрицу сейчас какую-то попал. Блин, мы вообще какую-то другую приехали. Do I teach? I don't teach right now. I teach in New Jersey. I don't teach here. New Jersey. Yeah, are you an actor? Yes, I'm an actor from Russia. Oh, dobadan. Yes, I'm Slovenian. From Slovenia. I don't speak Russian. If you need actor, this is my WhatsApp. Oh, wow. Do you live here? Yes, it's me. It's me. Look. And where are you? Where are you from? From Moscow? No. I'm from Moscow. Yes, I'm finished the big Academy of Arts in Moscow, and now I'm coming here. I want to play. I want to play in Hollywood films. And so, Hollywood films. You know what happens with them is no. What happens is because you come from Europe, you have no understanding of America, you just go, and this is how the Russians get to. That's how the Russians get to Hollywood is because it's also from Slovenia. Those who have not who didn't grow up here, they just go because they don't hesitate. So you should not hesitate. Do you think that you're gonna go to any additional school here, or no? You're just gonna try to find an agent. I must find an agent. I know one woman. She has a big agency for Russians in LA, in Los Angeles. I must go there. You must go to her. Cool. Yes, but now I'm in New York. If you need a Russian actor, you can call me. Is so sweet. Yeah. So wait, you already have American. You have. It's my. It's my WhatsApp. You can write. Yeah. Sure, yes. I have WhatsApp. Yeah. What is your name? Maya. Maya. But not also Russian name, right? Maya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Do you have Facebook? I don't. I have an email. I have an email. Can you write me? So, how long are you in New York? It's my first day. Your first day? My first day. So I come on yesterday. You're gonna stay in New York. How long do you plan? I don't know. Maybe 1 month. Okay. Maybe 1 week. I don't know. Yeah. Good luck.
да? Уже сразу же снимаем. Я так и знала. Расскажите, что у вас вообще, что вы делаете? Ты актер, который мечтает попасть в Голливуд? А ты режиссер, который любит уже актер? Не, я на продюсерском вообще учился в Абгике, вот. А сейчас я снимаю с Олегом второй документальный фильм. Ну, ты живешь рядом с Централ Парком, мне кажется, это очень... Да, у нас здесь вообще очень такой район хороший. Элитный район. Вы не считаетесь нищебродами? Да, вот нам говорили... Ты что? Мы считаемся вообще супер, что мы живем в своем апартменте без румейта. Здесь же очень супер. Румейт, да. Что да, здесь да. Я живу с румейтами. Здесь ребята 30, 35, 40 лет, 45 живут с румейтами. Может, семьями живут с румейтами. Потому что то, Даже румейт это коммуналка, да, типа по-русски? Или что это? Ну румейт, да, это как общежитие. Сосед. Это как общежитие. Да, сосед, это, например, румейт. Это... Кухня типа у вас на двоих и туалет одна на двоих. Да. А пресс-релиз какой-нибудь можно от вас за это? Про фильм, да, можно. Да. Фильм или вообще да. Про что? Про вас, просто чтобы было да, ему предоставить. Есть, она да. Пишет, прекрасно, есть 3 февраля с 10 до 11 утра и 2 февраля с 2.15 до 2.45. Ну, час целый интервью, это очень хорошо. Добрый день! Мой первый эфир. Первый раз на радио? Да. Исторический момент. Что? Исторический момент, говорю. Первый раз на радио. Все, я не могу, я пошел. У нас в гостях небожители. Это люди, актеры, которые сняли кино и привезли его презентовать в Америку. Ребята русскоязычные. Один из них недавно закончил совершенно замечательное учебное заведение ГИТИС. И снялся уже во множество проектов очень интересных, не могу сказать, фильмов, да, проектов, потому что проекты действительно какие-то экстраординарные, потому что он получил лучшую мужскую роль на фестивале в Торонто за фильм «Кого убивать». Тэфи, ты что-то прячешь в кулаке, как лучший фильм, да, взяли они, ребята? Да, совершенно верно. Вот эту, да, замечательную премию. Ну и сейчас, конечно, я представлю. У нас Олег Блинов. Сейчас с ним будем разговаривать, поэтому пока не отвлекаюсь. Ура! Здравствуйте! Здравствуйте, часть наконец-то! Часть ли это стратегического плана вашего по продвижению этого фильма? Как давно снят фильм? Слушайте, ну вы нас раскусили, на самом деле так оно и есть. Какой русский не фанат хорошей стратегии? А вот мы идем переговоры со Спайком Джонсоном, он вроде нам ответил. Вот, а человек, я не помню его имя, мне немного неудобно, это сценарист «Карточного домика». В общем, да, мы, конечно, прорабатываем почту, потому что прорабатываем наш рынок, чтобы было интереснее, потому что, конечно, это герои, это люди. Вот, так что, да, дай бог. И работать вы будете снова вдвоем, так же, как и было в Голливуде. Да, мы снимаем вдвоем, как бы, и круто, когда к нам кто-то присоединяется. Вот, хочется, конечно, расширить команду, но не так много средств и не так много времени, вот. Но, мне кажется, это честно, когда ты что-то делаешь. Но вокруг сам. Вас такое творческое цунами, которое заворачивает вашу воронку да, всех. Да, появляются какие-то нужные люди, и это безумно приятно, вот даже к вам мы пришли, это совершенно случайно было. Насчет Лос-Анджелеса. Завтра мы стартуем в 2 часа дня из Нью-Йорка, и мы едем через всю Америку в Лос-Анджелес. Мы хотим посмотреть полностью целиком. Вот. Пацаны, это фармация. Еще один вопрос есть. Дорога в Болливуд, вот я просто человек результата. И для меня дорога в Болливуд, это значит, что должен быть Болливуд. Ну, то есть хэппи-энд случился, Болливуд случился. Ну, так вы приходите сегодня на наш фильм и сами все увидите. Потому что каждый меня спрашивает, Олег, ну а получилось? Ну, я говорю, ну, приходи, увидишь, ну, все ж в фильме там, все будет... Зачем сразу финал знать? Давайте тогда так опишем это. То есть это просмотр фильма, выпивание, такая вечериночка под фильм, назовем да, это так. И все это вступление в баре Наив, да. Да. Во сколько? Нам туда. 8 часов. Бар Наив, 8 вечера. Да. Мы пришли на кладбище, на могилу, мы... Мне так страшно, что я ничего не могу сказать. Мы приехали в Питтсбург из Нью-Йорка, проделали больше, наверное, 600 километров только для того, чтобы выполнить просьбу, которую пообещали сделать для Лёши Ершова, для театра «На вынос». Надо, короче, на его могиле написать фикция. Фикция? Но мы даже не уверены, что на этом кладбище есть могила Энди Уорхола. В общем, мы сейчас будем ее искать, едет машина.
Эндрия. Юхнивский какой-то. Нашел? Ткачук? Ткачук. Русский. Слушай, вообще это то кладбище, нет? Короче, мы перепутали кладбище. Что-то не упади, там обрыв где-то. Бархола, это не он? Нет, он Бархол. Ну, это похоже. Лес там рядом, да? Да. Ну, я тут там. Но похожее вообще место. Сейчас. Бархол! Нашли! Нет, Олег, вот. Эндрю Уорхол и Джулия. Это Энди, это вот. Вот. И что здесь написано? Фикция! Не, погоди, не надо ему записывать ничего. Не надо ему записывать. Выключи камеру, мы сейчас... Типа этой штуки не было, мы сейчас вы поставим, на русском напишем. А, погоди, ты выкинь типа эту табличку, что я тут нет. Сейчас я беру. Ты только это сам не показывай, Лёхе, что это. И давай. Типа и не было. И надо подснять заново, что типа нет ничего. Давай. А ты знаешь, что такое трупный клещ? Посмотрела, но вы знаете, какое количество актеров мне присылает материала? Ну нет, не знаю. Большое достаточно. Поэтому для того, чтобы прежде чем вы отправляете куда-то материалы, вы первое, что должны понимать, кому вы их отправляете. И в каком ключе они могут быть полезны человеку, который их смотрит. Поэтому очень полезно делать такую, скажем, домашнюю работу. Неважно, с кем вы встречаетесь, с продюсером, вы встречаетесь с картин-директором, с менеджером, с агентом. Вам самому будет легче понимать, скажем так, что вы можете этому человеку предложить и что он потенциально может дать вам, и как вы друг другу может быть полезны. Поэтому... А как мы с вами можем быть друг другу полезны? Я не знаю, честно говоря. То есть вы продайте мне себя. Вы такой же, как все, такой же артист. Вот. То есть вы встречаетесь с менеджером, который занимается продвижением актеров. Вы, в принципе, не заинтересованы во мне, я так понял, да, исходя из того материала, который я вам отправил. Просто конкуренция достаточно большая, нужно просто здраво оценивать свои силы и понимать, на что вы можете претендовать. И любой артист, у которого достаточно серьезный русский акцент, может играть только роли русских. Я вот хотел предложить себя как русского актера, который снимается в качестве русского здесь. Да, но вы же понимаете, насколько это ограниченный маркет, сколько еще таких же актеров, как вы, у которых, например, есть документы. Поэтому я и говорю о том, что прежде чем ехать сюда, то есть вы приезжаете, скажем так,
самый конкурентный рынок вообще из всех существующих, где таких актеров, как вы, сотни тысяч. Так. Там каждый день в Лос-Анджелес, в Голливуд прилетает 100 тысяч человек, и столько же улетает, собственно. А, поэтому, чтобы сэкономить свое время, деньги и нервы, легче записать несколько монологов на английском языке, просто начать делать сабмишн разных кастингов просто на европейские проекты, сделать какое-то себе такое небольшое портфолио, зарекомендовать себя, даже если пусть будет это маленькие роли, какие-то эпизодические, это гораздо легче просто из дома сделать, чем сюда. Поэтому вот чем-то еще меня удивите, чем вот, почему я именно с вами должна работать. А мы не можем себе позволить работать со всеми. Даже если нам нравится человек, он очень классный, он очень крутой. Это вежливый отказ сейчас, да? Это не вежливый отказ, просто вы что-то сначала должны сделать для того, чтобы с вами захотели работать. Так его Ник зовут? Угу. И он актер? Слушай, я не понял толком. Вообще, да, он актер, но вообще, когда его, я же снимал репетицию, его делал фотки. Ну. Вот. И он еще режиссировал там. Я толком не понял, кто он. Вот. То есть он или актер, или режиссер. Да. Лучше бы он был режиссером. Да. My name is Nick Newbold. I'm a British actor. And are you an actor? Yes, of course I'm an actor. Oh, he doesn't know who I am. sorry. Anyway, I'm just kidding. I'm an actor too, you know, from Russia. Oh, really? Yes. Oh, cool. I'm actor too. Oh, we'll get back to that then. I'll ask you about that. Actor and actor. Yes. British and Russian. British and Russian. So. Yeah, I started acting about 127 years ago now. 27. I'm starting the same. That was me kidding. It's a very difficult business. Yeah. So, you know, I wouldn't recommend it lightly to anyone. But I think if you're passionate, if it's in your bones, as an actress friend once said to me, then I think you can be, you know, you can make a really good crack at it. And success isn't about, you know, about being famous or rich or anything. Success to me is about finding happiness with who you are and waking up every day and enjoying your day and enjoying what you do with it. And I've learned that now, and that runs alongside my acting, and it all fits in perfectly. Can you give some advice for me? I'm a beginning actor here in LA. It's my first time. So how I can begin to start here my career? The first thing you need to do is market yourself. Make sure people know that you're here in LA. I have a lot of pictures, sorry. Oh, okay. Yes, it's my pictures, my pics. Oh, yes. Very interesting. Yes, and I have a... Do you have clothes on with this one? I'm different. In each photo, I'm different. Look. Okay. Now I look like a slave. Slave. I'm young Brad Pitt, no? A young Brad Pitt. Very handsome. Very handsome there. Yes. You're still very handsome. Thank you. But that's a great picture. Yeah. Did you actually wear clothes? Wear clothes? Did you have clothes? Looks like you're naked. Yeah. Were you... I'm naked here. I'm naked. Where is the rest of the picture? I'll show you later. Yeah, I wrote a show. I wrote the sitcom, which is a situational comedy. Sitcom. Sitcom. Like Friends. Like Friends. That's right. Yeah. Wow. So it will be on every week, and there's a different episode every week, and it's a very very funny show. Very funny script. And it lends itself to lots of opportunities for different actors from different cultures, different backgrounds, to be able to come into the show and do something weird and wonderful. So you never know, I think I might audition you and see how you go. I'm not exactly understand. Can I take a little part, a little role in your show? Well, I can't give you a part just like that. You'd have to come and audition for one. But I'm sure we can try and
figure something out for you. So, first of all, I come to audition, and after, maybe I take a... Maybe, if you shave. Oh, no problem. No problem. No, I'm just kidding. Wow. I'd be very happy to see you four behind the show, yes. Whoa. The Russian teacher, that would be it. Actually, that's a good idea. Yeah. A Russian teacher. Russian. Yes. Because actually, my show is based on a school. Yes, maybe I like to play a Russian teacher. Yeah, I can play a Russian teacher. I can play Russian all roles, all tracks. Okay, so you do a little audition now for yes. me. Like now. No problem. No okay. Problem. Okay. So you pretend that you are you think that you're in a classroom. Yeah. And you have 20 students. Yeah. In front of you, and one of them is being really naughty, really bad. Very bad. And you need to send them. Stop talking! Silence. Wow. I haven't earned a work visa. So okay. I have just traveled here, and I must go back to Russia and take another visa. For example, I heard about A1 visa, talented visa. The O1. O1. Yeah. Okay. We have a certain man in power in the United States at the moment, mm-hmm. and he is trying to make it a little bit more difficult for people to obtain these visas. Can I work in your show without work visa? No. Okay. No. Yeah. Ты слышишь, как сердце стучится по окнам, по крыше, как дождик, твой нерв на исходе, последняя капля, последний луч света. Последний стук сердца. Ты же хочешь стать актером, да? И ну ты да, ты да, для да. этого это делаешь? Да. Мне кажется, надо начать продюсировать самого себя, вот, как у меня путь. Потому что если просто пойдешь по всем кастингам, ничего не случится. Ну, честно. Mm-hmm. Ни у кого ничего не случится. Здесь у нас только Ходченкова играет. Все остальные играют нищебродские мелкие роли. Там даже Даниил Козловский сыграл главную роль в каком-то фильме, надо просто смотреть невозможно, как сериал снятый фильм. Да? «Академия вампиров». А, что-то давно было, да. То есть Ходченкова единственный, наверное, кто сыграл там большую роль, прям, знаешь, типа... Mm-hmm. Ну, или, знаешь, или играет русских мафиози, ну, тоже несерьезно. Mm-hmm. Mm-hmm. Если, ну, хотим попасть в рынок, mm-hmm. серьезный, на весь мир, да, это же просто так не сделаешь. И ходя на кастинги, это наш разум говорит, если ты там сходишь на 1000 кастингов, ты, скорее всего, пройдешь один, но это не работает. Надо другой путь искать. Либо то, что ты продюсируешь сам себя, если ты сделаешь еще, наверное, мне кажется, в эту сторону работу большую, mm-hmm. тогда у тебя получится. Типа какие-то фильмы здесь, может быть, сам. То есть, прикинь, измени сейчас не попасть в чужой американский фильм. А сделать свой? А сделать свой американский фильм. Альберт, ты режиссер проекта, который называется «Четыре психопата и Альфонс». Скажи, это короткий метр. Сегодня был второй съемочный день. Расскажи, как он прошел. Давай так и снимем, только ноги остались. Но потом ты ночью проснулся, прибежал ко мне и сказал... Прибежал, я спал рядом. Я убежал, я прибежал. Такой просто... Про это, набрай это. Я же...
смешно. И такой, Альберт. Нет, складно. Вопрос про Соню. Я придумал финал. Как? Ну, упадет бита. Я вообще не понимаю, блядь, что это. Я почему он сейчас какой еще финал, финал чего? Упадет бита. Девочку, короче, а мальчик злодей. Он же злодей. Он самый умный. Он откроет дверь. А задавит девочку. Блядь, я такой, блин, крутой ход. Ну как, блядь, сука, не сделать? С этой девочкой. Слушай, ну сделали же. Сделали. Все к лучшему. Да, чувак. Просто нужно креативить. Не говори типа мне, а просто впихнуть одеяло в ее джинсы. Это отчислилось. Это круто, да? Знаешь, нас не останавливает даже, что главный герой не может сыграть в финальной сцене. Мы просто можем сделать его. Мы можем сделать второго такого. Какая ваша не компьютерная графика. Мы можем сделать, да, можем сделать вторую 9-летнюю девочку. Ты понимаешь, что ты в Америке? Тут можно все. Наверное, поэтому я согласился на это документальное кино. Потому что мне надоело строить из себя блинова. И все мои актерские достижения на сегодняшний день — все это полный обман. Я хочу открыть людям истинное свое лицо. Может быть, это охренительно глупо — хотеть чего-то, мечтать о чем-то. Кому-то это понравится, кому-то нет. Я просто хочу, чтобы меня поняли. Goodbye, Amy.